Дорогие крымчане, приближается Новый год. Это любимый долгожданный праздник, согретый теплом домашнего очага, радостью общения с родными и близкими. Мы дарим друг другу подарки, прощаем обиды, чтобы вступить в Новый год с чистой душой, чтобы оставить все плохое позади и взять с собой только хорошее, доброе, светлое. Для Крыма уходящий год стал особенным и во многих отношениях переломным. Мы столкнулись с новыми вызовами, достойно выдержали все испытания, решили много сложных проблем. Мы оставили в старом году главные инфраструктурные проблемы, которые мешали нашему развитию. Введены в эксплуатацию грандиозный Крымский мост и уникальный новый терминал международного аэропорта. В конце года он получил имя выдающегося художника Ивана Айвазовского. В уходящем году наш регион впервые в своей истории перестал быть энергодефицитным. Это произошло благодаря запуску новых электростанций. В новом году нас ждут новые знаменательные события. Мы отметим пятую годовщину исторического воссоединения Крыма с Россией. По Крымскому мосту пойдут железнодорожные составы. Будет открыто движение по трассе Таврида, главной транспортной артерии нашего полуострова. Продолжится модернизация экономики, социальной сферы, образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, транспортной энергетической инфраструктуры. Мы благодарны нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, который держит под личным контролем реализацию ключевых проектов. Мы благодарны правительству Российской Федерации, всем, кто вносит свой вклад в развитие Крыма. Сегодня под бой кремлевских курантов мы поднимем бокалы за здоровье наших родных и близких, за мир и согласие в наших семьях и в нашей большой крымской семье. Мы поднимем бокалы за новые успехи и победы, за нашу любимую родину. Мы верим в Россию и гордимся нашим Отечеством. Дорогие друзья, благодарю вас за самоотверженный труд, за любовь к родной земле, за поддержку и понимание. Желаю всем благополучия и процветания, радости и счастья. С Новым годом!